Всем приветики. Парк Натураль Метрополитана, Панама. Сегодня покажу вам, что тут происходит, какая живность там имеется. Зашел в магазинчик в парке. Так скудненько, ничего такого нет. Ну, игрушки всякие, картинки, открытки. Вот есть книжки про панамский канал интересные. В общем, стоит 4 доллара, что ли. В итоге со скидкой взял за доллар. Я ж пенсионер, все-таки как-никак. Так, окей. Сейчас, говорит, сфоткаешь маршрут и двигай сам, куда хочешь. Короче, надо сфоткать карту, и я пошел. Все. Тут еще есть крокодильчики. Салон Оре Претандалас. Че за салон? It's open, excuse me. А, это просто зал для заседаний. Канада дель парке натураль метрополитана. Окей. Ладно. Адьос. Так, че, куда идем? Двигаем дальше. Я здесь. Могу сделать кругаля. И пойти дальше. Окей. Сказали, 2 часа у тебя есть. Погуляй, посмотри, не заблудись. Ну, я не в таких местах был. Я сомневаюсь, что здесь заблужусь. Что мы тут имеем? Сегодня будний день, народу мало, поэтому будет тихо, спокойно, без всяких криков, визгов детских. Вот спортгородок имеем на старте. Как говорится, размялись сначала, аккуратненько, не спеша, и двинули дальше. Я вообще туда двигаю, что-то мне кажется, я кругаля дал, не? Все нормально? Все окей. В Панаме этот парк вот считается довольно-таки хороший. Животные бегают разные. Сейчас глянем, что он там встретится по дороге. Такая дорожка стала зигзагообразная и вверх. Не жарко, это хорошо, и не душно. Ну, наверное, в далеком будущем здесь асфальтик положат. Так накидали щебеночки. Нет, ну если асфальтик положить, то здесь будет скользковато. Дождь пойдет и все. Можно будет кататься. Прикольный такой обход. Я посередине дерева. Вывести как-то аккуратненько дорожку. Нельзя было. Оно же не выросло само по себе здесь. Да, все выше и выше. Надеюсь, вид будет отличный. Так, а где все животные попрятались, что ли? Я тут пришел поглазеть на них. А тут никакая мышь даже не выбегает. Что-то чирикает где-то там наверху. Да уж, дорожка такая интересная. О, таких видали. Вау, побежали, побежали, листочки взяли, сейчас будут строить
шалаш себе. Вот. Первые насекомые этого парка. Так, мы еще выше идем. Круто. Вот забрался. Такой видок. Это еще не конец, правда. Сейчас посмотрим, может, картинка будет лучше. Идем дальше. Так, тут информацию дают. Натуральный парк. Как велись работы. Лето, поля, все дела. В общем, мы тут не для чтения. Мы тут для просмотра. Джунгли зовут. Так, ну все, спускайся уже вниз, что-то так быстро. Было написано 900 метров. Тут, кажется, полпарка так обойду. Пришлось до этого вокруг покрутиться, тут не со всей стороны зайти можно. В любом случае, еще покажу главный вход, как он выглядит. И всем будет понятно. Пишет, что моно тити тут. Я это не вижу. Ни моно, ни тити. Чик-чирик. Ну вот. Целый доллар заплатил, ничем не удивил. Так. Системас. Что тут такое? Так, ну здесь история про Панамский канал. Скамеечки. Так, прогуляться, свежим воздухом подышать. Если удастся, можно кого-то увидеть. Ну, муравьев точно можно. Я показал. По остальным животникам неизвестно. Пока не вижу. Тут специально еще на деревьях делали пометочки красненькие. Повесили веревочки, ниточки. Чтоб не заблудиться, что это наш маршрут. Вдруг ты свернешь. Не сворачивай. Заблудишься. Ну, честно говоря, парк не такой большой, чтобы заблудиться. Надо я особо заросли снимать, что кто-то пойдет лезть. Вот бабочки летают. Такие. Вышел на другой маршрут. Здесь краник есть с водой. Аква. Есть баня. Туалетик. Мужской и женский. Достопримечательность парка. О, нашел такую вещичку. Кто скажет, что такое? Муравьи или осы? Пиши комментарии. Ну вот я поднялся наверх.
вид сверху. На Панама Сити. Животных особо никаких не увидел. Только если там где-то в кустах на высоте мартышек маленьких. И то на видео не видно. Ну прям так вау, конечно, меня не удивили. Так для разнообразия прогуляться можно. Идем покорять эту лестницу. Покорил лестницу. Ну, здесь вот такой видок. Все сидят, скучают. Каждый в разную сторону. Wait now. Серво, серво. Вот там вдали морской порт. Панама Сити. Вот шпиль. Я там рядом живу. Ну вот такой видок. Вот такой вид на Панама Сити. Вот мартышка висит. Там еще другие ползают. Правда, других не видно за листьями деревьев. А то прям вообще повисло. Кажется, он хвостом зацепился. Вот маленький. Вот тут специальный переход для обезьянок. Ветка такая. Оп. И перелезли на другую сторону дороги. Ого. Тут, кажется, это бомба подлетела. Каких-то 40-х куски лежат. Тоже достопримечательность, видимо. Вот тут самолетики рядом пролетают, взлетают. А я еще в джунглях лазю. Вот такая картинка уже стала. Ого! Еще вверх. Ну окей.
вышел на озеро. Правда, на озеро, конечно, не похоже. Прудик. Рыбаков нет. Видимо, не клюет тут. В общем, моросить начинает. Как бы сейчас тут дождь не бахнул. Вот, наконец-то встретилось первое животное. Не помню, как его зовут. Но часто встречается. Причем даже ползает на горах. Кто знает, напишите в комментариях. Тут пилили, все распилили и также оставили. Начинает уже темнеть. Тут под темень, наверное, все выбегут. А днем все спят, тут туристы всякие ходят. Ого, тут как подвисло. Как бабахнется, и все разбегутся. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Дорожки. О, мартышка сидит. Вот там. Наблюдает. За мной. Че глядишь, говорит, тут? Вылупился. Пришел ко мне домой. А я ему говорю, слышь, я доллар заплатил. Вот еще другая. И еще там. Семейка. Но спускаться никто не спускается. Вот, ползят. Ну вот, как-то все вот так. Уже двигаюсь к выходу. Ну все, я вышел. Движение машин пошло. Вот сзади у меня карта, маршрут. Помимо обезьянок, муравьев, хомячка на дороге и одной бабочки ничего не встретилось. Вот такая экскурсия. Если понравилось, ставь лайк. Если остались вопросы, пиши в комментариях. Всем пока-пока. До новых встреч.